И всем привет! Вы на канале Федерация Кузи. С вами я, как всегда, Артём. И я вам хочу сообщить новость. В комментариях вы сможете найти имя на мой Twitch. И зайдите на видео. На видео, как там его? Мой трек. Ну, короче. И зайдите по ссылке в описании. Там будет ссылка на мой... На мой Дискорд сервер. Никто уже никто не заходил. Я еле как прошу вас. И поэтому в комментариях будет имя на мой этот, как там его, Twitch, то есть. И завтра, или кто зайдет, я сниму это, как там его, Привет соседа, вторую часть. В подвале. Я первую часть снял. И вы видели, сколько у нас уже подписчиков. Еще немного, я попробую их вывести. Может, мне и кнопку привезут, когда миллион будет. Ну, ребята... мой номер забанили. Я не смог создать телеграм-канал. Я когда создал, на следующий день его забанили. Нет, не телеграм-канал, мой номер. И уже он никуда не пригоден. Я и так, и сяк, ничего не работает. Значит, просто что-то случилось, и все на этом. У кого такая фигня происходила, напишите в комментариях. Ладно, ребята, с вами был я, Артём, и вы были на канале Федерация Кузи. Заходите в мой Дискорд и Твич. И кто зайдет на мой Твич или, например, Дискорд сервер, я смогу с теми я пообщаюсь. Вы сможете мне присылать всякие там... Я в Дискорд... Я на Твиче буду скидывать фотки с котом. И вы должны их как-нибудь подукрасить там. Типа отправить мне назад. Либо в Твич, либо в Дискорд сервер. Дискорд сервер, вы знаете где. Он находится под видео мой трек. Котарик Кузя. Ну ладно, ребята, мы с вами прощаемся. С вами был я, Артём, и вы были на канале Федерация Кузи. Всем покедова!